Дим, была длительная пауза на матче сборных команд. Как ее провели, расскажи. Мы отдохнули 3 дня, после чего приступили к работе. Вот, хорошо поработали, сыграли игру товарищескую. И все, продолжаем готовиться. Осталось чуть до игры. В принципе, уже ждем с нетерпением, потому что соскучились. Ну, ты сказал, что соскучились. Сейчас график опять будет достаточно плотный. И каждый матч, наверное, на вес золота. Да, действительно так, но мы уже привыкли к этому графику, вот, но у нас есть проблемы, после игр сборных всегда тяжело втягиваемся, вот, я думаю, что мы проанализировали эти моменты, и тренера сделали некоторые поправки, я думаю, что сейчас с предстоящей игры все будет по-другому, и мы сразу начнем завоевывать свои очки. Если в чемпионате у нас все складывается тьфу-тьфу-тьфу нормально, то в Лиге Европы ситуация несколько сложнее. Матч с Копенгагеном уже держите в голове? Нет, не держим. Мы сейчас держим матч с Анжи, потому что он первый будет. После уже переключимся на Лигу Европы. Вот. Не все потеряно, надо просто выиграть 2 игры и спокойно выйти из группы. А вот разница между чемпионатом и Лигой Европы, она на психологическом уровне или это разный уровень команд? Я не знаю. Все футбол умеют играть, вот поэтому я не вижу большой разницы. Все зависит от нас, как мы себя настраиваем, как мы выходим. Если мы выходим всей командой, дружно помогаем друг другу и работаем на поле, то у нас все хорошо и не важно, с кем играем. Обращали внимание, что Анжи находится значительно ниже нас в турнирной таблице? Нет, не обращаем, но есть проблема Локомотива, который всегда с таким командой играет чуть хуже. Но, повторюсь, нам нужны очень очки, поэтому мы будем максимум отдаваться.